Всем привет! Сегодня я буду делать мостик. Это очень необычное видео для моего канала. Так что не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Приятного просмотра! И сегодня мы будем снимать, как я делаю мостик стоя. Да, я в жизни это не делала, и сегодня попробую ради вас. Серьезно? Я делала только когда ложилась на пол? Так я в жизни даже не думала, что так возможно сделать. Так, ладно, ищем, где будем делать это. Выбора у нас очень много. Выбираем. Либо первая комната. Очень, кстати, большая. Вторая комната. Коридорчик. Здесь стенка хорошая, хорошо. В туалет мы, наверное, не пойдем. В ванну мы тоже не пойдем. Туда, наверное, лучше не заглядывать. Там всякое барахло, да. И выход. Смотрите, датчик движения, она заметила, загорелся красный. Долго думала, где же я буду делать мостик, и я буду делать мостик в коридоре. Потому что там есть стенка, а я смогу сделать только стенкой, так как я сделаю это первый раз. Кто-то прошел мимо меня. Ладно, это будет в секрете. Начинаем.